Футбольный клуб «Тверь» сыграл в ничью с «Зенитом». Встреча проходила в рамках первого тура профессиональной футбольной лиги. В гости к команде Вадима Гаранина приехал коллектив из Иркутска. Гости открыли счет в заключительной 10-минутке первого тайма. Минимальный счет держался практически до конца встречи, и все шло к тому, что свой первый матч в новом сезоне тверской коллектив проиграет. Однако статус-кво восстановил вышедший на замену нападающий Никита Фросенюк. На 88-й минуте он выстрелом из штрафной сравнял счет. Это позволило заработать Твери первое очко в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вадима Гаранина проведут уже в ближайшую среду. 12 августа в столицу Верхневолжья пожалуют футболисты из Читы. Комментируя итоги первой встречи в рамках розыгрыша ПФЛ, главный тренер тверской команды отметил, что его игроки вполне могли довести дело до победы. Осадочек, что могли выиграть, он присутствует по этой игре. Мы довольны тем качеством, тем отношением ребят, которые сегодня увидели. И, наверное, вот реакция болельщика, который был на стадионе, она позволяет нам надеяться, что мы неплохо играем.